Улучшить медицинское обслуживание и усовершенствовать виды медицинской помощи населению. Согласно указу главы республики Егора Борисова, по всему региону в медицинских учреждениях будут созданы колл-центры. В настоящее время в столице региона они работают в медицинском центре города Якутска, городской больнице номер 2, поликлинике номер 1 и городской больнице номер 3. Функции главного колл-центра будет осуществлять Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический центр. Стараемся полностью автоматизировать данную работу, чтобы пациенты зря не ездили туда-сюда со своими документами, да, и экономили свое время и денежные средства. Поэтому мы применяем современные информационные технологии, разрабатываем информационные системы и по защищенной сети обрабатываем все документы.